Здравствуйте! С вами снова Дмитрий Платонов, и это обзор одного из лучших решений на рынке циркуляции насоса Evatron от компании DAPumps. Evatron – это циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением. По сравнению со старыми моделями, эта новинка значительно более энергоэффективна. Во-первых, за счет нового двигателя, во-вторых, за счет встроенного частотного преобразователя. Ну, по сравнению с старой моделью VA, аналог Evatron будет потреблять практически в два раза меньше энергии. VA потребляет 78 Вт, эта модель будет потреблять 43 Вт. И это без учета дополнительной экономии, которую дает использование частотного преобразователя. У Evatron существует несколько модификаций. Максимальная модификация может обеспечивать напор 8 метров и расход максимальный 4,2 куба. Существует три версии Evatron. Первая версия – это просто Evatron. Вторая версия Evatron Sun, который адаптирован для ГВС, у него корпус из бронзы. И третья версия Evatron Soul. Очень интересная версия, ведь корпус у нее сделан с катафорезным покрытием. А когда мы говорим про такой важный параметр для циркуляционного насоса, как количество гликоля, с которым может работать насос, то стандартная версия у нас работает только с 30, а версия Soul с 60% содержанием гликоля в жидкости. Evatron у нас достаточно легко монтировать. В первую очередь благодаря тому, что Evatron поставляется со специальным быстросъемным штекером. Поэтому подключить к сети питания его будет максимально легко. И вот насос уже запустился. Насос может работать в трех режимах. В режиме постоянной скорости, в режиме постоянного перепада и в режиме пропорционального перепада. За переключение между режимами отвечает одна кнопка. Вторая кнопка с изображением месяца и солнца отвечает за включение или отключение ночного режима. Ночной режим работает следующим образом. Вы устанавливаете насос на подающий трубопровод, и если он работает в режимах постоянного перепада или пропорционального перепада, то при падении температуры жидкости в подающем трубопроводе на 20 градусов в течение 2 часов, насос переходит на специальный экономный режим, когда скорость вращения практически становится равна нулю. Это помогает насосу с одной стороны не заклинить, с другой стороны не потреблять какую-либо лишнюю энергию. Еще одна интересная особенность Evatron – это система автоматической диагностики неполадок. У нас есть специальный индикатор, который мигает, и в зависимости от количества миганий мы понимаем, какая неполадка произошла. Например, если индикатор загорелся красным и мигает один раз, это значит, что у насосе появился воздух. Для его удаления нам достаточно просто поставить третью скорость постоянного вращения двигателя. Ну что ж, с вами были Дмитрий Платонов и улыбающийся насос Evatron. Спасибо большое за ваше внимание. Покупайте насосы DAP, смотрите наше видео. До новых встреч!